Я блогер Альфа энд Омега. Мы находимся на 2-й Брестской улице. Сегодня здесь невероятный по масштабам пожар. Вы посмотрите, что творится. Просто ад в Поднебесье. Здесь очень дымно. Брызги от пожарных расчетов прямо в лицо летят. И очень тяжело дышать. Здание нежилое, в самом центре города, вдруг ни с того ни с сего загорается. Сгорит дотла, потом его снесут. И вот тебе территория в самом центре города. Правда? Бомжи подожгли. Скажите, а из-за чего произошло возгорание? Дом выселенный. Подписывайтесь на канал Альфа и Омега. Самые яркие события Москвы всегда для вас. Я работаю для вас, дорогие друзья.